одни молодые люди. Это надо так себя не уважать. На, они на взрослых орут. Вы бы сейчас видели, что тут происходило. За бесплатную шаурму люди берутся. Никто не может очередь дождаться. Зонтом прям закрыли. Она жвачку проглотит. На самом деле этой девушке в битве за шаурму едва не вырвало волосы самая голодная жительница Королева. Если вы ее знаете, сообщите в редакцию Честного Королевского. Обязательно возьмем у нее интервью.